В экологическом субботнике в рамках Дня эколога приняли участие представители муниципальных учреждений, общественных, а также политических организаций. Каждому был выделен один из 16 участков береговой уборки на одном из городских водоемов. Работники социальной сферы объединились со сторонниками партии «Единая Россия», получили инструктаж от профильного заместителя главы администрации Юрия Родионова и отправились по новой молодежной набережной благоустраивать левый берег Клязьмы. Задание – собрать цветной неорганический мусор в прибрежной полосе от моста ШТФ до берега напротив спасательной станции. Вот эту полосу от частного сектора до берега проходит. Ну все, да, цветной мусор. Сторонники партии «Единая Россия», работники социальной сферы, спорта, молодежи, образования, культуры вышли на уборку родного края, нашего города Щелково. Нам это в удовольствие. Цветные брендированные бейсболки в этот день очень пригодились участникам субботника. В такую жару на солнце без головного убора в принципе быть нежелательно, а левый берег Клязьмы напротив городского парка весь солнечный, тени практически нет. Для организованного отдыха он не оборудован, сильно зарос травой и сорняками. Тем не менее, отдыхающих здесь всегда хватает. А значит, и, увы, следов их пребывания. Надо сказать, что на Клязьме работали не только взрослые. Свой вклад в благоустройство берега внесли отряды клуба «Ровесник» – экологический, краеведческий и трудовой, устроившие даже некое подобие соревнования, кто больше мешков мусора соберет. Каждая такая акция, конечно, нужна и полезна. И не только потому, что результат виден сразу. Она дает надежду, что сознательных граждан, умеющих культурно отдыхать на водоемах, все-таки станет больше. Помогли справиться с общей бедой, с замусоренностью. В общем-то, хорошая погода, хорошее настроение, коллеги, приятная компания. Все способствовало тому, чтобы на благо городского округа Щелково сегодня поработали. Итог экологической акции на левом берегу Клязьмы, где работали представители учреждений социальной сферы, партии «Единая Россия», а также молодежные трудовые бригады, пара десятков мешков мусора, которые ранее оставили здесь отдыхающие. Много это или мало, решайте сами. Ирина Микеда, телерадиокомпания «Щелково».